Всем привет, с вами я, Ася, и это опять распаковка на киндер-сюрпризы. В этот раз это яйца чупа-чупс, но я называю это распаковка на киндер-сюрпризы, так как я так привыкла. Итак, давайте начнем. У нас в этом видео будет 3 яйца. Я, короче, в магазине такая беру 2 яйца Маша и Медведь, яйцо фиксики. Прихожу домой, у меня 3 яйца Маша и Медведь. Как так получилось, я не знаю, но вот так сложились обстоятельства. Итак, давайте, собственно, начнем распаковывать. Давайте. Так, я хочу одно распаковать аккуратно, постараться. Я надеюсь, что это у меня получится. Так. А, ну треснутое все равно, зачем я это аккуратно распаковывала. Окей, ладно. Так, шоколад убираю. Капсула. Та-та-та-дам! Та-та-дам! Да-дам! Кто тут у нас? Новая Маша. Так, фокус. Нам попалась вот такая очень красивая Маша. У нее есть челочка, капюшончик. Вот такая она очень-очень красивая. Выполнена она так же, что вот, как бы технология одна и та же. Но все равно Маша достаточно хорошо прорисована и хорошо сделана. Так. Вкладыш. Так, следующее яйцо. Тоже чупа-чупс, Маша и Медведь. Давайте откроем. Уже 22:13, я не сплю. Все нормально, ребят, все нормально. Так, открываем. Я очень хочу открыть его аккуратно. По крайней мере, постараться это сделать, так как у меня есть на него планы. Окей, сейчас я зайду, я не буду ничего останавливать. Так, все, я тут. Я снова с вами. И я хочу его очень аккуратно открыть. Давайте попробуем все-таки это сделать. Так. Нет. Я его сломала. Я его еще раз сломала. Ладно, срать. Так. Окей, пусть будет так. Так. Вот такая капсула у нас тут. Тра-да-да-да-да-да. Тра-да-да. Тра-да-да. Тра-да-да-дам! Новая Маша. И сюда нам нужно что-то наклеить. Да? Наклеечки. А, вот наклеечки. Вот. Сейчас я наклею, все вам покажу. Так. Я наклеила. Короче, это Маша с... господи, как эта штука называется? Ну, с вот этой штукой для краски. Опять-таки, все Маши выполнила в одной технологии. То есть, капюшон, капюшон, платочек, беретик, шарфик, кофточка, обувь. Ну, у всех у них разная поза и аксессуары. А так, шаблон один. Вот, вот такая милая новая Маша. Очень красивая. Вкладыш опять. У меня, получается, уже из этой коллекции есть. Раз, два, три, четыре, пять. Пять игрушек. Да. Так, следующее яйцо. Давайте сделаем это аккуратно, так как я очень хочу само яйцо оставить. Давайте. Так. Я все делаю аккуратно. Стараюсь все сделать аккуратно. О, и вот тут у нас нам, в принципе, повело. Так, давайте его будем резать. Господи, как это тупо смотрится, наверное. Девочка режет киндер. О, опа, давай, не надо рваться. Окей, он все равно порвался. Ну ладно.
Пусть будет так. И давайте тра-да, тра-да-да, тра-да, на, блин, тра-да-да-дам. Новая Маша. Вот теперь у нас вот такая вот очень красивая Машенька. Я очень рада, что она новая. У нас получается 3 новых Маши. Вот это сделано по другому шаблону, так как у нее на платочке сверху помпончик. Вот такая очень красивая Маша. Все игрушки выполнены очень качественно. То есть вот если смотреть на окраску, все такое сравнивать там с фигурками типа Confederate, то фигурки очень хорошие вот эти. Мне они очень нравятся, фигурки действительно стоящие, а тем более, что я их покупала на распродаже, то есть эти яйца. Очень классные фигурки, всем советую. Всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео-ответы под видео. Всем пока, с вами была Ася. Пока!